Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем открывать посылочку с Китая. Это обложка для кольцевого планера от SmartFi. Вот так выглядит эта коробочка. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Ну вот, моя долгожданная посылочка теперь у меня наконец-то. Она пришла в коробочке. Вот такой она перламутровая. Не знаю, на камеру будет видно или нет. Она, знаете, как жемчужная и переливается. Сама коробка немного помята. Ну, я думаю, что это не страшно. Матер у меня, в принципе, пришел предыдущий. Был, ну, тоже чуть была помята коробка, но, в принципе, все нормально с ним. Все хорошо. Вот, давайте будем с вами открывать. Внутри у нас идет такой пыльничек, и на самом деле он приятнее, чем пыльник у Матерма. Он прям такой, знаете, как бархатистый. Здесь, конечно же, логотип и завязки. Так, что у нас еще? В комплекте идут странички. Странички это туду, такой желтоватая бумага, ну, примерно то же самое, как в Матерме. Так, давайте с вами открывать. Я долго его, конечно, смотрела на него, долго выбирала, взять мне его, не взять вообще, в принципе. Или вообще другой какой-то взять. Ну, все-таки я с девчонками посоветовалась и решила все-таки его взять. Вот. Тут такой хлястик, конечно, прям широкий. Я думаю, он будет поуже. У Матерма он, наверное, ну, на сантиметр, наверное, точно поуже. Вот, можем, если что, потом попозже сравнить с абрикосом. Ну, в этом видео я имею в виду, чтобы оно сильно уже коротким не было. В общем, это натуральная кожа, тиснение под крок. Он не сильно глянцевый, то есть такой в меру глянцевый. Не матовый, а такой, знаете, прям средний и не лаковый, да, и такой как бы, ну, хороший, мне прям нравится. Здесь по корешку такая более частое тиснение, ну, а здесь, соответственно, покрупнее вот эти квадратики. Давайте открывать. Здесь у нас две кнопки, они золотые. Здесь у нас штуки всякие. Вот. В комплекте у нас здесь, кстати, кольца какие-то огромные, 3 сантиметра, я так понимаю. С ними все в порядке. Они, в принципе, вроде хорошо сходятся. Ну, как бы. А, хотя нет, чуть-чуть не сходятся. Ну, я думаю, что это не страшно. Если что, можно вообще эти кольца поменять на другие. Нет, в принципе, я их сжала, и они нормально сходятся. Вот. Я думаю, будет видно. Все замечательно с кольцами. Так, фокус на месте. Все хорошо. Они золотые и они прям большие. Я так понимаю, что это 3 сантиметра. Так, что у нас первое идет? Это Flyleaf и закладочка в подарок. Я, кстати, у меня нет ни одной закладки вот такой пластиковой. Я себе заказала 2 штуки. Они мне идут. Я заказала с черными буквами и с белыми. Так что вот теперь у меня будет еще одна. Сегодня я ходила как раз на почту, забирала свою обложку. Еще там несколько мелких покупок, которые я тоже позже покажу в этом видео. И я думала, тоже придут и вот эти закладки, но их они не пришли. Так что я буду ждать, попозже они тоже придут. Ну, я думаю, это стандартные, ну, закладки, у которые практически у всех уже есть. Хочу вот эту штуку просто снять. Вот, а у меня их не было. Вот, и я давно их хотела себе заказать. Так, что у нас идет здесь? Flyleaf. Он, кстати, такой, знаете, достаточно мягкий по сравнению с матермовским. Давайте я сразу, наверное, достану и буду сравнивать его с абрикосом. Я вернулась. И давайте, наверное, сразу сначала начнем, чтобы это было как-то поинтереснее видео, а не просто распаковка обложки. Вот, по размеру. Кстати, хлястик прям на чуть-чуть только поменьше. Вообще не намного. По высоте они одинаковые. По ширине примерно тоже одинаковые. Даже SmartFi, наверное, чуть-чуть повыше. Так, ну что у нас с фокусом сегодня? Вот, чуть-чуть прям повыше на пару миллиметров. Вот, по ширине они одинаковые. У SmartFi можно заметить тут сразу уголочки закругленные, а у Моти обычные квадратные. Так, ну что, здесь две кнопки, у Матерма одна, но у меня и не люкс, у меня обычный, стандартный. И по поводу Flyleaf я хотела сказать. У Матерма он прям очень жесткий.
Он прям, ну, внутри там картонка, или это, скорее всего, кош-картон. Она прям такая плотная. Этот, конечно, такой помягче. Ну, хотя не сильно мягче. Ну и смотрите, у них и размер разный. Вот. Если снизу сравнивать, тут на сантиметр точно выше. Ой, не тот. Вот здесь у нас также 4 отделения. У Матерма 3 было. 4 отделения и для каждой карточки. Вот почему он меньше, я не пойму. Здесь же странички должны быть 171 по высоте. А этот меньше. Вот он, наверное, сантиметров 16. Ну да ладно. Так, начнем дальше смотреть. Здесь у нас, конечно же, идет большой карман, которым я, конечно же, не буду пользоваться. Потому что я пока не знаю, что у него туда такое складывать. И здесь мне нравится. Очень красивая подкладка. Не как у Матерма, она бежевая. Ну что ж такое сегодня с фокусом? Не хочет. Она бежевая, красивого цвета. Здесь у нас замочек. Фурнитура, вы уже, я думаю, заметили, вся золотая. Так, внутри подкладка шикарная. Мне как она мне нравится. Она такая, знаете, как рапсовая лента. Она такая, как полосочку. Вот, думаю, видно. Прям супер мне нравится. Короче, я походу из Кинбера обратно уйду в кольца. Вот, здесь замочек. Мне нравится, что здесь на нем ничего не заезжает, как вот здесь у абрикоса. У него здесь есть эта защитная штучка, которая вроде как должна защищать то ли замок от обложки, то ли обложку от замка. Не знаю, короче, что-то она защищает. Ну, смотрится так себе, если честно. Вот. А здесь просто болтается замочек, и мне очень нравится. Так, с этой стороны у нас тоже кармашек. Внутри там все красивое с подкладом. Этот подклад мне вообще, я от него прям в шоке. Так, здесь у нас заклеенные карманы какие-то. Чуть-чуть подсклеились, видимо. Ну, новенький еще, нормально. Вот, здесь маленький кармашек. И смотрите, какая красота. Смартфи, не знаю, раньше они такое делали или нет, я не видела. Тут тоже теснение идет. Вообще супер, мне нравится. Так, с этой стороны огромный тоже карман. Здесь есть тоже большой карман. Чуть-чуть поменьше. И слоты для карт. И здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. И маленький шестой. Так, здесь у нас петелька идет для ручки с резинкой. Наверху, не знаю, сейчас попробуем, будет ли удобно туда большую ручку мою складывать. Вот такая у меня ручка большая. Не знаю, либо ее вот так вешать на зажимчик этот. Закрывать, в принципе. В принципе, кстати, нормально она держится. Ну, не выпирает, я имею в виду. И даже можно ее туда запихнуть, наверное. Так как там резинка, она, я думаю, должна позволить. Но она что-то не хочет. Я думаю, если постараться, можно запихнуть. Но тогда так неудобно будет ее доставать постоянно. Нет, так не буду делать. В общем, буду, даже если буду им пользоваться, буду так просто вешать на этот петельку. И все, она не будет оттуда влазить. Вот. Так что цвет у него бежевый, красивый такой, благородного цвета. И тиснение мне нравится, что оно не однотонное, а есть прожилки и светлые, и темные. В общем, мне, я довольна покупкой. Кольца здесь, я думаю, можно будет поменять на поменьше. Здесь сзади их не видно. В общем, я довольна покупкой. Буду им обязательно пользоваться. Рада, что он у меня появился. Но вот единственное, непонятно, почему флайлиф такой какой-то маленький. Ну да ладно. В принципе, разберемся. В общем, я очень довольна, мне очень нравится. Не знаю, как сейчас я буду жить в Кинбери и знать, что у меня такая классная обложка лежит без дела. Буду, наверное, ей тоже напечатаю странички и буду ей, наверное, тоже пользоваться. Вот, мне очень нравится. Я покупала, кстати, там на Алиэкспрессе есть с дефектом и без дефектов. Я брала без дефектов. Ну, знаете, сзади тут какая-то есть штучки такие. Ну, надеюсь, ничего страшного. Вот.
В общем, мне очень нравится. Я довольна своей покупкой. Буду ей с удовольствием обязательно пользоваться. Вот. И еще несколько пупочек, которые мне пришли. Я их быстренько покажу, чтобы отдельное видео не снимать, потому что сильно уж мало покупок. Поэтому в это видео я их добавлю. Вот. В прошлом видео я показывала, что мне пришла такая штукенция, которая делает печати на круглых этикетках с моим логотипом. Вот. Я заказала вот эту вот шикарную ленту из кружочков. Вот. И уже попробовала потеснить. Сейчас я фокус сделаю. Вот. Все хорошо получается. Здесь я прям сильно нажала. Все вообще шикарно. Мне очень нравится. Так что следующие посылочки будут уже с моим логотипом. Вот такие выдавлены. Это наклейка. Ой. Она даже передавилась чуть-чуть. В общем, значит, надо сильно не нажимать. И она получается такая красивая наклеечка золотая с тиснением. И она прям металлическая, мне кажется, такая, знаете, прям как фольга. То есть она даже и ведет себя не как бумага, а больше как фольга. Я довольна. Но единственное, я бы, наверное, цвет какой-то посмотрела. Может быть, не такой желтый, золотой. То есть я бы хотела какой-то более, вот, наверное, как ручка. Более приятный золотой такой цвет. Ну ладно, это буду искать. Пока буду этим пользоваться. Потом мне пришла ручка. Вот это для печати, для сургуча. И сургуч у меня тоже, конечно же, с моим логотипом. Я его в прошлом видео показывала. Вот такой у меня классный. Так что теперь у меня все с логотипом. Я такая счастливая и радостная. Вот. Следующее. Я заказывала подвесочки. Правда, они в латуни. Не знаю, к чему они мне. Но я что-то их увидела, и мне прям захотелось их заказать. Это, конечно, они идут для travel с ноутбука. Но я им сейчас уже давно не пользуюсь. Но подвесочки заказала. Не знаю, может быть, куда-то их в другое место применю. Ну, вот они такие замечательные, маленькие, хорошенькие. Я заказала 4-листный клевер. Потом я заказала деву для своей дочки и овну для себя. И мне почему-то, то ли в подарок, то ли почему, не знаю, положили еще скорпиона. Или, козерог это. Вот. Но у меня никого в семье козерогов нету, поэтому я даже не знаю, что с ней делать. Наверное, кому-нибудь из девчонок, кто козерог, подарю. Вот. Ну, это все покупочки, посылочки и радости пока что. Поэтому всем... Так, ладно, потом я это все соберу. Большое спасибо всем за просмотр и пока!